Это Света, которая решила не откладывать все на понедельник и начала прокачивать новые метанавыки прямо сейчас. Для этого она записалась на экскурсию в музей, зарегистрировалась на вебинар по экономике, на мастер-класс по программированию, тренировку по лакроссу, концерт классической музыки, мастер-класс по оказанию первой помощи и окончательно запуталась в аккаунтах и паролях и все-таки отложила все до понедельника. Хотя достаточно было зайти в Мэш и зарегистрироваться на все эти события в одном месте. Горизонты – это сервис Мэш с афишей бесплатных мероприятий Москвы для учащихся, их родителей и учителей. Все городские просветительские события объединены в 11 направлений, и набор тем будет расширяться с учетом ваших интересов. Перейти в сервис «Горизонты» можно тремя способами. В мобильном приложении электронного дневника перейти в профиль, объявление, мероприятие и нажать на баннер «Горизонты». В электронном дневнике перейти в раздел «Школа», «Новости» и нажать на баннер «Горизонты». Или переходи по ссылке в описании этого видео. Прокачивай метанавыки на портале Мэш.